Вам приветик от нашей Маруси. Вот такая красивая кошка у нас получилась. Вот. Да, такая мурчащая. Вот она такая. Эта кошечка пришла к нам сама, когда было холодно. Мы ее стерилизовали, для тех, кто не знает. И теперь она наш новый член семьи. Да, Марусь? Да? Вот такое чудо. Очень ласковая. Всегда хочет, чтобы ее погладили. Марусь. Кс-кс. Она также гуляет на улице, но от дома теперь не отходит ни на шаг. То есть погуляет и сразу просится домой. Приносит нам мышек. Да, вот такая она добычица. Да, мусечку твою посмотреть. Дашь? А, Марусечка. Вот такое чудо. Зелеными глазами. Готовим яблочный пирог. Здесь у меня 5 яиц, 200 грамм муки, разрыхлитель, ванильный сахар, 180 грамм сахара и 2 яблока. Сейчас взбиваем яйца и постепенно добавляем сахар. Здесь немножко щепотка у меня соли. Все это взбиваем до устойчивых пиков. И потом постепенно будем добавлять муку и лопаткой перемешивать вместе с разрыхлителем. Вот такая масса должна получиться. Она увеличилась почти до 3 раза. И сейчас мы частями будем добавлять муку и перемешивать лопаткой уже вместе с разрыхлителем. Вот так вот мы это делаем. Уже без миксера. Аккуратно перемешаем, чтобы тесто не осело. Такое оно воздушное. Аккуратно перемешиваем. Посмотрите, какое воздушное. Отличное тесто получается. Очень оно воздушное. Оно не осело. Все, сейчас разогрета у меня духовка на 180 градусов. Я смазываю форму и застелю пергаментной бумагой. Готово. Вот такое оно шикарное. Сейчас вливаю подготовленную форму и выкладываю яблочки. Так, произвольно. Можно дольками, можно кусочками. Тут на ваше усмотрение. И вот так распределяю потихонечку яблочки. Тесто очень поднимется. И все у нас. Яблочки покроются тестом. Пекать будем разогретой в духовке 180 градусов 35-40 минут. Каждый смотрит по своей духовке. Выпекаем до сухой спички. Первые 20 минут духовку не открывать желательно, чтобы наше тесто не осело. Форма у меня 26 сантиметров. Получился такой высокий воздушный пирог. Очень простой. Попробуйте так приготовить. Результат покажу, когда оно испечется. Вот так вот потрясем чуть-чуть, чтобы яблочки наши утонули. Все. Посмотрите, какое тесто. Оно прям выпрыгивает из формочки. Извините, там моя собака просит яблоко у папы. Папа кушает. Вот такой красавец получился. Он очень высокий. Сейчас посыплю сахарной пудрой. И когда немножко остынет, я покажу в разрезе. Вот такой красавец получился. Очень высокий. Красивенный. Аромат стоит бесподобный. Посмотрите, какой красавец получился. Очень высокий и аппетитный. Вот как-то так. Очень простой рецепт. Если возьмете форму поменьше, у вас оно будет гораздо выше. Вот такой красавец. И вот такая вкуснятина.